Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать несколько способов убить льва, то есть суслика в Майнкрафте, когда у него всего лишь одна жизнь. Давайте начнем наше видео. Первый способ: нам надо выстроить вот такую башенку и обязательно в три блока. Если в два, то не получится. И надо вот так вот. А сейчас я вам скажу, почему именно в три блока. Блин, я не в том месте. Почему именно в три блока? Потому что если в два блока, то у вас не получится. Ну вот так вот блок у вас не поставится вам в голову. Так что делаем вот так. И еще раз. И все. Мы умираем. А третий способ, он будет, наверное, немножко простенький. Но если вы играете на телефоне, как, например, я. Ну, сейчас они на телефоне. Ну, в общем, вы должны... У вас должен быть интернет. И вы должны зарегистрированы в Майнкрафт, чтобы играть по сети. Вы вызовете игрока, можете дать ему хоть какое оружие, хоть меч, хоть что, хоть руками. Можно руками. Вот. Вы должны игрока этого позвать к себе, и он должен присоединиться. И наблюдаем за происходящим. Просим его напасть на вас. И наблюдаем за происходящим. Такой способ. Вполне неплохой способ. Дальше выбираем игрока из игры. Вот. Ну что ж, ребята, я вам показала все способы, которые у нас были в этом видео. Ставьте лайк мой канал. Всем удачи и всем. Ну что, вы думаете, что я буду так прощаться от первого лица? Ну, конечно же, нет. Всем пока.